В Тверь снова приезжает известный российский певец, композитор и поэт Александр Шоуа. Он один из основателей популярного дуэта «Непара», а с 2012 года он успешно работает с сольной программой. В 2022 году «Непара» празднует свое 20-летие. За эти годы из дуэта музыкальный проект превратился в группу, которая состоит из Александра Шоуа и двух бэк-вокалисток. Неподражаемый по звучанию тембр голоса Александра узнаваем и любим многими поклонниками популярной музыки. И все говорят буквально одно и то же, что он заряжает. Он заряжает положительной энергией, положительными эмоциями. Его хочется слушать и слушать. Александр родился в Чимчира на море. Я думаю, что многие телезрители разделят со мной мнение, что люди, которые родились на море, вот Абхазия, Грузия, они от природы наделены хорошим слухом и хорошим голосом. Во время концерта нельзя не отметить мощное классическое звучание живого исполнения коллектива, на основе которого проходят все выступления без исключений. Мы мечтали жить с тобой на берегу океана. Наши души наполнялись до краев, как стаканы. Александр известен широкой публике как один из участников популярного и узнаваемого дуэта «Непара». Успех дуэта с Викторией Талышинской во многом определился талантом артиста. Он писал песни и был равноправным партнером во время существования коллектива. Однако певец давно занимается и сольной карьерой, причем довольно успешно. Осенью 2019 года дуэт «Непара», словно оправдывая свое название, распался окончательно. Будет большое количество новых произведений, потому что он человек очень творческий. Он сам сочиняет музыку, он сам сочиняет стихи. И мы все знаем, что популярность «Непары» именно была достигнута благодаря тому, что и музыку, и стихи писал именно Александр Шоуа. Каждое выступление Александра Шоуа является уникальным и единственным в своем роде. Концерт Александра Шоуа и группы «Непара» состоится 9 апреля в 18:00. Продолжительность мероприятия – 2 отделения с антрактом. Информация о стоимости и заказе билетов по телефону 300 033 или на сайте concert.panorama-tver.ru.